my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Всем привет, ребята, с вами Зейн. И сегодня у нас будет мини-открытие боксиков. Уже 41 ящичек, 2 больших, там еще монетки. Дальше мне уже просто было лень копить. Думаю, до 50, ну 9 ящиков. В принципе, ну ладно. Давайте начнем. Это такое, я разыграю. Если под этим видеороликом наберется 10 лайков, я его разыграю. И первые 10 человек, какие напишут плюс в комментариях, те будут участвовать обязательно. Чтобы получить такое, надо подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик. И, ну, в принципе, все. Ну, давайте рисуем к боксикам. Так, ну пока что не так отбили, очень хорошо сыпят. Надеюсь, мы выберем какого-то горного бойца. Надеюсь на это. Двенадцать гемов. Уже неплохо, 30 гемов. Может, какой-то скин купим, если сможем, конечно. А боксики быстро кончаются, скажу вам. Надеюсь, хотя бы эпика вытащим, у нас просто... На этом аккаунте нет эпика. Извините, что так тихо говорю или громко, я не знаю. Может, пол директора изменил свой звук. 5 гемов, неплохо. 25 ящиков осталось. Нормально ящиков. Как думаете, нам кто-то выйдет? А здесь да. Не, ну если не выглядит, ну это реально безобразие какое-то будет. 8 ямов, неплохо. Можем потом, если хватит, можем соевый соус купить. И будет на аккаунте у вас. Первые 10 человек. Нас набралось 102 подписчика, это очень круто. А, 51 ген. Конечно, купим, ну что. Блин. Или покопить этот гвардейц. Я не знаю, короче. Так, тикет. Так, ребят, ну это реально не катит. Давайте поставим другого бройлера. Пусть это будет не кошет. Может, с ним как-то лучше. Я сейчас не у себя дома. Нахожусь. Но все равно бокс. На видео. Да ну блин. Что у нас по шансам? У меня шанс на бег был огромный. Ну как сказать, огромный, но достаточно много. Вот, смотрите. Ну, нормальный шанс. Серьезно, он не выглядит даже одного бойца, но это смешно. А давайте падайте, бойцы, блин. Ну, это безобразие, не знаю. Ребят, ну вот согласитесь. Ну, 18 билетов. Так, два маленьких. И дело. Все, маленькие закончились. Приступаем к большим и ждем. Блин. 50. Ничего. Не, ребят, ну если ничего не падает, ну то не, так не прокатит. Я иду в раборубку. Не, ребят, так не катит. Я иду в раборубку. Мы встретимся там. Ребят, вот мне продолжение. Я тут сыграл, только плохо. Ну, думаю, 10 боксиков должно быть. Надеюсь. Сейчас. Реально. Давайте поставьте лайк, и нам будет верно. Вот реально. Давайте проверяем. Поставь лайк. Выпадает легенда. Икон. Да. Все, давайте, ребят.
первой боксе ничего. 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 Зажав. Ребят, ну куда лайтинг останут? 100 годов. Почему лайк? Да, вот кто-то лайк поставил, нам ПМ выпало. Сразу, просто. ПМ. Люди, ПМ. Надо заскринить. Никогда не вижу это дело. Блин. Самое тяжелое. Ладно. Мы ПМ вывели, или кто-то поставил лайк. Ладно, я два боксика дооткроем. Ну все, у нас набрали, да, да. Ведь давайте, чтобы не так было сильно обидно, давайте купим деньги. Готовы? 3, 2, 1. Погнали. Блин, а что за скрин? Сэйди. Да блин. Короче, все, я купил. Кстати, тебе это для Дедейла стоит дело. Или ПМ. Она ПМ. Вы сами посмотрите. Я делаю. Все. Ребят, если вам понравился аккаунт и вы хотите его выбрать, поставьте лайк. Набираем 9-10 лайков. Будет конкурс. Сейчас это я уже предупреждение делаю. Первые 10 человек, кто напишет в комментариях плюсик, те будут участвовать. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.